Всем привет, это Ирина Воскресенская. Приехала только что из Икеи. Немножечко так прикупила, хотя что-то так все тяжело. Хочу вам показать, может, кому-то что-то пригодится. А вон меня ждут мои тортики. Видите, сколько заказов. Даже не хочу туда смотреть. Так. Вот начну с такого коврика. Это я купила в тамбур. Не здесь у меня будет. Сейчас у меня вообще здесь ничего нет, потому что лето я быстро протираю и не так грязно. А убрала я, вот который у меня здесь был. Кто смотрит и мои видео знает. А теперь у меня, смотрите, значит здесь и вот мой. Туда я положила. А вот за этой дверью как-то выходишь там уже к лифту. У нас такой позорный лежит коврик. Он лежал еще с того времени, как я купила квартиру. Вот я купила такой, положу. Отличный коврик, 150 рублей. Тут какие-то такие вот штуки. Это вот мягкие, а вот это жесткие. То есть ты вытираешь обувь, и она будет отлично. Пока бросим вот сюда. Так вот, как будто он... Вообще, ой, он даже не, это не скользкий такой, вообще не идет. Ну, короче, туда я его положу, только надо подмести и вымыть в тамбуре. Наверное, все-таки пол. Сделаю это завтра. Так, вот эти 50 рублей 4 штуки. Отличные. Как мне только нужно. Тут я и прикупила несколько блузок, я вам показывала. Я люблю, когда на каждой... Вернее, для каждой вещи одна вешалка. И вот как раз купила. Так, потом вот такой набор. Это 150 рублей наволочка. 50 на 70. Вот такие. И это натягивающая такая простынь. 400 рублей. На резинке простынь. Вот. Купила себе на лето такой летний вариантчик. Вот. Еще есть такой пододеяльник, но пододеяльник я не стала покупать. Я купила себе вот этот. Ой, сейчас я вытащу. Вот, я купила себе тонкое одеяло. Вот. Наверное, его надо сейчас раскрыть. Очень удобно, кстати, хранить, видите? Оп, убрал. Это оно вот такое. Давайте открою и покажу вам еще. Ну, вот такое оно. Вот с одной стороны светлое, другое темное. В принципе, ну, наверное, этим я буду спать. Так, ну, и посчитал я, что не надо мне никакого пододеяльника, а то опять будет жарко. Буду вот таким тонким укрываться. И вот это летнее такое у меня будет разбавлять серые, белые тона. Все, больше ничего там не осталось. Нет, ничего. Так, одеяло стоит 1700, но мне за 1400, да, 300 рублей экономия. Это по карте икеевской. Если там вот такие бывают, там не то что скидки, а просто на некоторые товары, если ты владелец икеевской оранжевой такой карточки, то тебе делают скидку, когда ты ее предъявляешь. Под видео я еще раз размещу цены и товар. Так что, если кто-то желает, может тоже поехать и приобрести одеяло. Вот еще раз, сейчас со скидкой для владельцев карты Икея. И вот этот вот, который там валяется пока, мне очень понравился. Ну, 150 рублей, его можно часто менять довольно-таки, ну, хоть на год мне его хватит, наверное. Вот. И что хорошо, он абсолютно, он вот, вот видите, резиновый, он не скользит. Отлично. Для тамбура самое оно.